Здравствуйте. Давайте с вами определим, сколько градусов содержит угол, если он составляет одну вторую развернутого угла. Значит, развернутый угол у нас с вами 180 градусов. Значит, одну вторую от 180 градусов. Значит, для того, чтобы найти, мы должны 180 поделить на знаменатель на 2 и умножить на числитель. 180 поделить на 2 будет 90. Значит, 90 градусов – это 1 вторая развернутого угла. Давайте еще один пример посмотрим. 3 пятых прямого угла. Прямой угол – это 90 градусов. Значит, мы должны 90 поделить на 5 и умножить на 3. Ну, давайте поделим 90 на 5. 90 берем по 1. 9 отнять 5 будет 4. И дописываем 0. То есть получаем, можно взять по 8. 8 5 40. Итого 0. Итак, получаем 18, и теперь 18 нужно умножить на 3. 18 умножаем в столбик на 3, 3жды 8 – 24, 4 пишем 2 в уме, 3жды 1 – 3 и еще 2 – 5. Получаем 54 градуса. 54 градуса – это наша часть. Ну и третий пример – это 0,1 от прямого угла. Прямой угол у нас 90 градусов. Значит, мы можем с вами просто 90 умножить на 0,1. Значит, 90 умножить на 0,1 – это будет 9. Значит, если ребенок затрудняется это выполнить, можно вспомнить, что 1/10 можно записать вот в таком виде. И тогда 90 поделить на 10 и умножить на 1. Будет то же самое. 9 градусов. Спасибо за внимание.